Не случайно научно-практическая конференция хирургов проводится именно в Ленинском городском округе. Видновская районная клиническая больница является не только медицинским, но и научным учреждением. Она активно сотрудничает с исследовательскими и учебными организациями. Наша больница носит статус клинической больницы, на базе которой расположены кафедры хирургических ведущих медицинских вузов. Это и первый медицинский вуз, и второй, и третий, кафедры РОДЕН. Участники конференции отмечают, сейчас в хирургии идет активное развитие, что обусловлено появлением большого количества прорывных технологий. А потому на таких мероприятиях каждый участник узнает для себя что-то новое. Впечатляет, да, что люди настолько быстро осваивают какие-то новые технологии, и ты для себя что-то открываешь новые, какие-то технические нюансы, какие-то подходы, да, новые, тактические влечения пациентов. Поэтому это всегда полезно. Подобные конференции – это еще и повод познакомиться с самым современным оборудованием. Ирина Нечпаренко приехала из Республики Беларусь. Она представила лазерный хирургический аппарат, созданный Минской производственной фирмой. Основная цель – это популяризация наших методик, рассказать больше людям о том, что есть вот такие современные методы лечения и привлечь большее количество специалистов к применению нашего оборудования, потому что оно, правда, эффективно на сегодняшний день. При проведении конференции используются различные интерактивные технологии, в частности, демонстрация действий хирурга на операции. Зачастую сам спикер присутствует на мероприятии виртуально, хотя большинство выступлений очное, что позволяет работать в режиме диалога. Планы всегда заключаются в том, чтобы донести максимально подробно ту информацию, которую мы располагаем, для хирургов, студентов, ординаторов, помочь им как-то адаптироваться к новым современным технологиям, к тем, которые активно заходят на рынок, поделиться тем опытом, который у нас есть, потому что опыт у нас большой. С организатором научно-практической конференции помимо Видновской районной клинической больницы выступила и администрация Ленинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.